Ауринское газонефтяное месторождение в Кандинском районе теперь носит имя легендарного геолога Рауля Юрия Эрвье. Разведывать запасы Западной Сибири Эрвье отправили еще в 1952 году. Под руководством геолога открыто более 250 месторождений. В том числе Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское, Холмогорское. Здесь добывают черное золото. Были и месторождения газа. Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбурское. Разведанные запасы нефти составили 10 миллиардов тонн голубого топлива, 20 триллионов кубических метров. Имя Эрвье будет носить одно из самых крупных месторождений, которые открыли уже в 21 веке. По прогнозам, здесь можно добыть 34 миллиона тонн углеводородов.